Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту Финтрада Центр, где я зарабатываю и покупаю роботов на бонусные денежки. Значит, вот этот текущий баланс, он для вывода, минимальный вывод отсюда $10. В данный момент у меня 2.28. Это, конечно же, мало. Бонусный баланс. Это мы выполняем задачи раз в 10 дней. И нам начисляют в знак благодарности за то, что мы рекламим этот проект, бонусные денежки. Когда будет у меня на балансе $50, я смогу купить робота. Вот мне не хватает $4. Так, это партнерские начисления. Партнерские начисления идут только активным участникам. У меня, оказывается, есть партнеры, которые тоже или купили робота, или же они так же, как и я, зарабатывают на баунти программе, так как мне были реферальные начисления. Значит, можно вот здесь нажать купить робота. Выбило меня из кабинета. Сейчас я авторизуюсь по-новому. Так, это что у нас? Мотоцикл. Логин. Значит, можно поставить, вот нужно русский язык. И вот здесь купить. Можно покупать на бонусные денежки за $50, за 750 и за 12500. Это вот здесь мы видим внизу бонусные. За бонусы. Также можно покупать за свои. Сделать депозит на $50. За $750 и за $12500. Также покупать здесь идет 50% текущий и 50% накопительность. Накопительная дневная доходность от 1.20%. Срок работы 40 дней. Я покупала на бонусные денежки. У меня, значит, за 40 дней я вывела $20, друзья. Но они берут комиссию $3. Проект платит. Сейчас покажу выплату. У меня была выплата последняя 4 февраля. Мне пришел 8.24. Я выводила $10.24. И вывод идет 7 рабочих дней. Также вот я опубликовала пост о выводе и отправила. За это мне тоже дали бонус. Проект платит. Это уже общеизвестный факт, как бы, да. И уже многие выводили и продолжают выводить. Теперь перейдем непосредственно к бонусам. Сегодня я буду выполнять две задачи. Вот здесь карьера. И у меня здесь вот за $2 опубликовать видео в социальных сетях. И за $3 записать видеоролик и опубликовать его в соцсетях. Вот это видео, что я сейчас записываю, я его залью на YouTube-канал. И также я выполню задачу, после проверки мне начислю $3. И в данный момент вот опубликовать видео. Вот это видео я залила себе на YouTube канал. Предыдущее я удалила, потому что если одно и то же видео будем публиковать, нас YouTube не пропустит. И здесь описание, что нужно делать для баунти программы. Тут все очень просто. Ваша страница должна иметь не менее 100 друзей. Название видео должно включать вот это вот название. Вот оно. И обязательно поставить хэштег «Финтрадоцентр».
и поставить лайк своему опубликованному видео. И раз в 10 дней. Давайте я выполню сейчас задание. Вот я залила. И вот это вот видео 29 минут назад. Как его публиковать? Я раньше делала все на Facebook. Сейчас у меня что Facebook на меня взбунтовался. Я это все выполняю на страничке ВКонтакте. Также можно делать. Увидели, да, что я делала? Вот здесь, вот видите, минуты 29 минут назад. Я кликаю сюда, и появляется вот моя публикация. Я сама себе поставила лайк, как того требует правило. Копирую вот эту ссылочку. Иду сюда. И сюда вставляю эту ссылочку. Так. Вот моя ссылочка. Нажимаю. Я выполнил задание. Задание отправлено на модерацию. Все, я выполнила задание. Вот оно, мое задание. И следующее задание я уже буду выполнять по вот этому своему видео. Здесь нужно на тему «Купи робота и получи от 1% до 1.6% в день на торговле криптовалютами Метис Финтрады». И поставить хэштеги здесь вот. Нужно это все обязательно. Также я опубликую его сейчас на YouTube-канале. Возьму ссылочку, опубликую на страничке ВКонтакте и отправлю на модерацию. Также оно делается один раз в 10 дней. Далее что? Здесь вот мои... Вот это я публиковала на Facebook. И вот мне Facebook не пропустил. Я все это переделала на ВКонтакте. Вот у меня было. Далее структура вкладочка. В структуре находится наша партнерская ссылочка. Опускаемся в самый-самый низ. И вот здесь вот наша партнерская ссылочка. Есть же чат Telegram. И если возникнут какие вопросы, есть электронный адрес суппорта. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Ну, мне интересно, как хотите. До новых встреч!